поселений обоих упомянутых типов. Что прикажете? Марш! На сегодня все. Здравствуйте, милорд. Нам надо кое-что обсудить. Ваша мудрость. Прощайте, милорд. И спасибо вам. Уга! Завершив свой путь, вы можете наблюдать за ходами сапу. До приказаний. Полководцы могут брать на службу наемников. Чтобы воспользоваться этой возможностью, щелкните на кнопке «Войска». Если кнопка недоступна, значит, наемников поблизости нет. А? Изложите ваши условия или убирайтесь. Кого мне сокрушить? Что прикажете? Ваше Величество, Ваше Величество, Ваше Величество. Укажите врага. Марш! Что прикажете? Да? Мой король. Что прикажете? Милорд. Ваше Величество. Идем на врага! Все в сборе! Тогда к бою! Чтобы ускорить перемещение камеры, нажмите и удерживайте клавишу Shift. Если вы убьете вражеского полководца, его армия разбежится. Это самый простой способ одержать победу. Требюше!
обречены. Молите Господа, чтобы он спас нас от поражения. Ход битвы изменился в нашу пользу. Это первый шаг к победе. Враг потерял половину бойцов. Да, все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Вы победили. Теперь ваша задача – убить или взять в плен как можно больше вражеских войск, пока они не скрылись. Вашим воинам ничто не угрожает, поэтому вы можете смело повысить скорость битвы. Чтобы узнать, как это сделать... Совершили большую ошибку, повернувшись спиной к вашим стрелкам. Теперь их щиты бесполезны. Стреляйте! Эта победа прославит доблестных и отважных воинов Господа.
Отличное от того, как вы поступаете с пленниками, захваченными в битве, зависит характер вашего полководца. Казня пленников, вы повышаете его жестокость, а отпуская их на волю – благородство. Вам следует с самого начала решить, будет ли ваш полководец благородным или жестоким, или следует соответствующую характеристику. Господь даровал нам победу! Жду приказаний. Камело, объединяемся!